Всех со старым Новым годом. Кто отмечает и кто не отмечает. Муж побежал в магазин за банановым тортом. Ему заказали купить торт банановый. А я поздороваюсь, музыку убавлю, а то YouTube докопается. У нас все плывет. Плюс 2 за бортом. Лужи и грязные сугробы. Я вчера шлепала на работу, знаете, такое ощущение, как в детстве, в резиновых сапогах по лужам. Сапоги были не резиновые, конечно, а вот эти вот лужи, под ними лед. Ну, боялась, конечно, навернуться, но ничего. Как в детстве, вот вспоминаю все время, у нас вот где-то в апреле, в конце марта начинало таять, и вот эти вот журчат ручьи, и снег, и лужи. Вот такое же сейчас. Из машины вот не выйти, потому что под машиной лужа. Все течет. 14 января. Вот чего творится. Вот такие лужи. И дождик вчера шел весь день. И вот там сугробы вот в таком вот виде неприглядном. Грязно, мокро, но тепло. У нас позавчера здесь убрали памятник матери, которая охраняла покой воинов. О том, что с ней будут сносить памятник, не знала даже администрация города. Сюда несут свечи. Приехал экскаватор и все это снес. Вот здесь вот было поле цветов на 9 мая. Люди приносили цветы. Это я снимала 9 мая в этом году, вернее, в 2022 году. Мы с мужем 9 мая приехали, и вот это вот все было в цветах. Люди принесли гвоздики, нарциссы, ну, первые цветы, которые есть в это время года, тюльпаны. Ставили свечи. Это вот так вот было 9 мая. И вот этот памятник скорбящей матери, скорбящей женщине стоял здесь. И тот, кто здесь захоронен, вот фамилии здесь, все фамилии написаны, кто здесь захоронен. Памятник скорбящей женщине. Сейчас здесь положили вот такую плиту, на которой написано «Жертвы Второй мировой войны». Памятник-то в музей куда-то, да? Да, в музей. В музей убрали, да. Я не снимаю, здесь стоят люди, которые ставят свечи, приносят цветы.
Памятник матери был. Мы приехали, было несколько машин. Люди подходили, ставили свечки, цветы. Администрация города, говорят, даже про это не знали, что приедет этот экскаватор, уберет этот памятник, уберет эти плиты, на которых были фамилии воинов, которые там похоронены. Не одно странно, что там 80% там было эстонских фамилий. Проехались до дачи, тут все тает, все наши кучи вот эти повылазили, что муж возил тут земли, ведра, лопата. Все как было с весны. Ой, с осени, с осени. Дорожка, правда, вся в воде. У меня уже чешутся руки что-то поделать. И я же думаю, когда я буду безработная, как раз наступит весна, и сколько я дел успею переделать. Прямо аж у меня такой вот... А, лук у меня, смотрите-ка, лук зеленый, растет. Вот, перышки зеленого лука даже не замерз в теплице. Хотя морозы были. Вот на этой зеленой лужайке пахнет кинзой. Вот она даже где-то есть. Но она такая подмерзшая. Ну, запах кинзы на всю теплицу. Прямо заходишь, а тут такое вкуснянское. Салатик тут вон. В общем, жду весну. Жду весну. Теплица выдержала все ураганы, снегопады, непогоды. Жива-здорова. Мы поехали домой. Я сейчас купила семена, ну, у одной знакомой бархатцы. Ну, они такие как-то мелколистные, что ли, называются. Вот два сорта. Два сорта. И она мне презентовала семена перца. А, ну это, наверное, ну это просто на фантик мне дала. Два семечка перца, у которого 1 000 000 сковилей. Вот этой вот по остроте жесткости. Это, наверное, самый острый. Ой, а где они, семена? Там два семечка. Я думала, там друг твой едет. Вот два семечка. Сегодня посажу. Сегодня посажу. И я два этих семечка. У меня там еще, конечно, есть чего посадить. Ну, а в школе сегодня 14 января, старый Новый год. Муж сказал, хочет оливье. И вот мы с ним бегом-бегом вот эту миску оливье сделали. Шампанское, черный хлебушек. И, собственно, все. Сели у телевизора с бокалами и отмечаем старый Новый год. Всем пока! Угу. Вы были на канале «Из Эстонии с любовью». Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч! Да, здорово, жду тебя. Да, цыганка твоя тоже здесь.